Фокина продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Заместитель главы городского округа Сергей Пуртов назвал участки дорог, приведенные в нормативное состояние в 2021 году. Работа по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводится на территории городского округа по нескольким направлениям. Масштабные ремонтные работы ведутся не только на федеральных, но и на региональных и местных автомобильных дорогах. В частности, в 2021 году по программе был отремонтирован участок дороги Фокино-поселок Дунай протяженностью около 2 километров. Проводилась реконструкция городской улично-дорожной сети. Сделана дорога по улице Усатого, по улице Строительной, значит, в рамках дорожной программы модернизации автомобильных дорог Приморья. Также сделаны дороги по улице Постникова, по улице Тихонова, по улице Карла Маркса. Ну, то есть это все вот за счет краевых денег. На указанных участках было восстановлено дорожное покрытие, произведена замена бордюрного ограждения, установлены дополнительные дорожные знаки. Общая сумма контрактов составила 42 миллиона рублей. Основное финансирование программы осуществлялось за счет средств регионального дорожного фонда. Особое внимание было также уделено приведению в нормативное состояние мостовых сооружений. В 2021 году в границах городского округа проведена реконструкция 5 аварийных и предаварийных мостов. Строительство путепровода в районе автовокзала будет завершено будущим летом. Вы сами видите, как меняется освещение, тротуары, значит, и сама полотно. Ну, небо и земля, то, что было 2-3 года назад, и что сейчас мы видим. В 2022 году реализация дорожного нацпроекта Фокино продолжится. В плане расширения городского участка федеральной трассы угловое находка Порт Восточный, ремонт и реконструкция муниципальных и внутригородских дорог. Это у нас будет, значит, ремонт дороги Руднево, ремонт дороги, значит, в городе это Белышево, по улице Белышево, значит, будет у нас приведен частично, немного, так сказать, средств пойдет на ремонт Дунайской дороги, и львиная, так сказать, доля пойдет на ремонт стрелковой дороги Фокино-Стрелковая. В настоящее время на участке дороги Фокино-Стрелковая от федеральной трассы до военной заправки производится замена грунта. Готовится основание из скальной породы. В связи с тем, что дорога используется крупнотоннажным транспортом, обычное дорожное покрытие не выдерживает нагрузки. По остальным объектам на 2022 год готовится проектно-сметная документация. Под реализацию проекта из краевого бюджета будет выделено порядка 50 миллионов рублей. Огромная работа поможет сделать дороги города качественными и безопасными.